«Обитель женских слез». Так называли Горицкий монастырь, ведь на протяжении долгой истории был местом заточения царственных и благородных дам. Сюда ссылали неугодных государственных жен и насильно подстригали в монахини. Родственницы и жены Ивана Грозного, дочь Бориса Годунова Ксения, Екатерина Долгорукова, несостоявшаяся жена императора Петра II и другие. Много женских жизней окончилось в этих стенах. We'll be right back.
Тань, разверни, нужно тут попасть-то. Давай, загадывай.